Представляем вашему вниманию книгу белорусской писательницы Ксении Волоханович «Ой, какой большой». Книга вышла в печати в 2021 году с чудесными трогательными иллюстрациями Лены Сканцевой. Детские веселые стихи посвящены самым крупным обитателям нашей планеты. Это кит, слон, белый медведь, бегемот и жираф. Сильные гиганты с нежной душой. До чего прекрасен в море синий кит. У него на сердце музыка звучит. Он поет от счастья в бездне водяной. И танцуют рыбки под морской волной. Властелин пустыни, гордый граф-жираф. Он огромной башней бродит среди трав. Тоненькие ножки, добрые глаза. Лишь бы не кончалась вкусная лоза. Как не подражаем северный медведь, может дергать ушком и смешно сопеть. Чудо-ледоходом плавать среди льдин, северных просторов белый господин. До чего забавен плюшка-бегемот, толстенькие лапки, кругленький живот, робок и застенчив, мил и толстокож, на большую свинку чуточку похож. Как великолепен африканский слон, но нежен и заботлив, честен и силен. Мир в большом семействе слоники хранят, защищают стадо и растят слонят. Выше и крупнее в мире не найти. Как же не воскликнуть, встретив на пути: «Ой, какой чудесный! Ой, какой большой! Сильные гиганты с нежной душой!» Каждому животному уделено особое внимание, ему посвящено отдельное стихотворение и немного интересной информации о нем. Своего рода энциклопедия, в которой автор описывает весело и легко этих чудесных, больших, иногда неловких зверей и с особой теплотой говорит об отношениях мамы и ее малыша. Я смешная носатая пышка, я как будто огромная мышка. По тропинкам тропическим топаю и виляю задумчиво попаю. Рассказала однажды мне мама, жил во льдах мой прадедушка мамонт. Не играл он с друзьями в песочке и носил шерстяные носочки. Буду деда сильнее, знаю точно я, хоть ношу еще бивни молочные и танцую под ритмы хип-хопа. Лишь бы мама держала за хобот. Крупная новость. Слон трубит в большой платок. Грустен большоухий. Он узнал, что хоботок есть у каждой мухи. Умный совет. Все учат слоненка. Послушай, малыш, ты хобот не вешай, когда загрустишь. Держа его по ветру, не простуди. Будь честен, за хобот друзей не води. В чужие дела хоботок не совать, и в школе нельзя им от скуки клевать. Ну хватит, мне все это не по нутру, я сам воспитателем хобот утру. Но мама слоненка добра и умна, сказала: не делай из мухи слона. А теперь я предлагаю вам сделать своего слоненка. Для этого нам понадобится цветной картон, формат А4, лист белой бумаги, ножницы, карандаш, клей и глазки. Сгибаем картон пополам и рисуем на нем слоненка. Сгибаем пополам белый лист и на сгибе рисуем половинку сердечка. Вырезаем слоненка и сердечко. На голове слоненка делаем два надреза. Верхний надрез примерно 3 сантиметра, нижний примерно 1,5. Вставляем в надрезы
наши сердечки, согнутые пополам. Приклеиваем глазки. Наш слоненок готов.